Количество жертв пожара в Хакасии продолжает расти. В ожоговом центре краевой больницы скончались еще два погорельца. Их доставили к нам в город на прошлой неделе в крайне тяжелом состоянии. Все это время они находились в реанимации, но спасти их врачам не удалось. Сейчас в Красноярске все еще остаются на лечении 6 пострадавших. По последним данным, в пожарах в Хакасии погибли 34 человека.